Всем огромный-преогромный привет! Очень рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, я вот буквально пару минут назад прочитала не очень приятную новость. И это относится к Денису. Кто смотрит канал Жезликов, тот, возможно, уже эту новость знает. И я, если честно, немного шокирована и в каком-то недоумении. Я вам зачитаю. Был написан пост в сообществе. «Дорогие друзья, спешу сообщить вам, что временно съемок не будет, так как я попал в аварию. Слава богу, я цел, но водитель, к сожалению, умер сразу. Я был пассажиром. Спасибо, что любите и уважаете мой канал и меня. Надеюсь, поймете. Да, дорогие жезлы, прошу вас просматривать, пока меня нет, старые видео. Финансовая помощь мне не помешает. Спасибо за понимание». Ребят, знаете, я вот как бы не призываю, да, к каким-то финансовым сборам. Я всегда с этим осторожна и всегда стараюсь людям сказать, что это ваше решение и вы сами должны решать вот такие моменты, да. Но мы можем также помочь какими-то другими методами, которые вот Дэн сам подсказывает. Мы можем просматривать все видеоролики, неважно, они свежие или старые. Я сегодня лично сама, наверное, просмотрела 6 или больше. Я просто включила в ноутбуке видеоролики с канала ЖЗЛ и делала дела по дому, готовила есть. В общем, ходила туда-сюда, видеоролики играли, играла, включалась автоматически реклама. И я, конечно же, ее не пропускала. И я постараюсь и дальше это делать, и думаю, что такая помощь тоже бесценна. И каждый из вас может это делать точно так же. Просто включайте видео, пускай оно играет, не пропускайте рекламу. Этим мы сможем помочь просто увеличить доход канала ЖЗЛ, и деньги действительно ему сейчас нужны и не помешают. Денис, очень хочется, чтобы ты побыстрее поправился и выздоровел. Конечно, все это ужасно и, в общем, не поддается никаким комментариям. Выздоравливай, тебя ждут твои подписчики, твои зрители. Быстрее возвращайся в строй к своим героям на свой канал. Мы тебя очень любим и желаем только самого лучшего. Я думаю, мои подписчики меня поддержат и также будут периодически просматривать видеоролики канала ЖЗЛ, ведь они все-таки интересные. И их можно посмотреть и не раз, и не два. И даже просто занимаясь какими-то домашними делами. А Денису только здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Денис, держись! Канал «Вишенка на торте» с тобой.